Йоу, меня зовут Марко, мне 20 с хуем лет, и я с города хуй знает на какую букву. Если когда-нибудь какой-то чел так вкратце вдруг проявит интерес, дабы не распыляться пару слов, если немного обо мне. По меньшей мере никто так не расскажет верно, как мой рэп. Один из тех, кто вращал кольцами кассетных лент через 15 лет в обратку. Марк, я 10 лет в игре, скажу, когда вперед ногами меня вынесут встречать рассвет. Живи молодым, ведь во мне тысячи жирных планет. Ты не подумаешь, гений, нет, просто я выкурил пищеный крэк. Решил спросить себя, зачем я здесь, если здесь и так в обрез, и так 6 лямов занятых мест. Во-первых, я как бы на своей волне, а во-вторых, да я по факту лучше и делать ничего не умею. Да, делаю свой рэп, и то, что делаю, мне лично нравится. Чтобы тебе не показалось, вам не палюсь, на вас не пялюсь. Да, это кайф, отвечаю, есть рука, есть тетрадь, есть о чем, знаю как, вижу тех, кто говорят, получается. It's like they love you, kid, and the audience is always right. I wish I could say the same about my stockbroker. Don't worry, honey. The song I wrote you is so schmaltzy. В одном из интервью какого-то рэпера спросили, в чем суть того, что делаешь. Отнюдь он не сказал зачем, но захотел перевернуть игру. Поэтому так много модников, где мало себе преданных. Отвечу за себя. Для меня как способность самовыражения. Это мой мирок, где я могу побыть наедине с собой. Где многие мои переросли и повзрослели. А я как втерся в нулевых, так и ебашит до сих пор. Мой алкоголь, моя гидра в такт с героином в ноль. Я долго не решался выйти хоть к обочине, как твой герой. Но этих пару строчек мне достаточно, чтоб подвести итог. Забрав в одно все за и против, понял, что из меня тут что-то еще выйдет. Гаси мой хуй! Так будет называться мой EP. Не говорится ни внутри, не думай, просто сак пойди. Из 5 фрикций, без прелюдий, с перерывом на скит. Марко Нарко 3, попробуй, сами расскажи другу. 30 contestants have already fallen through our Buzz Cola trapdoor. You're supposed to clean this out every night. What do you mean, talk to your shop steward? Now, let's welcome the first of our two finalists, Lisa Simpson. Всем, кто с нами, стирает грани, трясет ебалом в кадре, втирает мантру по всем раскладам Марко в здании. Чтобы вы знали, кто не за мир, тот не за нас, кто не за нас, тот пиздолист, а остальные нахуй. Всем, кто с нами, стирает грани, трясет ебалом в кадре, втирает мантру по всем раскладам Марко в здании. Чтобы вы знали, кто не за мир, тот не за нас, кто не за нас, тот пиздолист, а остальные нахуй. Такой вот мог бы быть припев, но я ж не долбоёб писать припев вот на таком бите. Испорчу трек, а с этим мнение про русский рэп, а с этим все доверие ко мне как единица. И напоследок, этот музончик не несет беды. Если я снюхал кокаин, не обязательно так должен делать ты. Но если ты кретин, то можешь сразу ебануться в щи. Чтоб от тебе какой-то лох сказал, что он послушал мое творчество. Even the applause-o-meter is crying. Oh god, that's battery acid. Ow! Look, Cameron's about to sing the song I wrote for him. He's about to learn the most important lesson in the music business. Don't trust people in the music business.